mir jetzt. Ich fahre hier. Да, по всей каше, по всей. Да, чехарде, передний привод вытягивает просто. Лысая покрышка, полосы, но он просто тупо не тянет. Даже если ты подскальзываешь, все равно он вытянет в том направлении, куда он тебя рулит. Единственное, что пришлось переключиться на меньшую мощность, потому что когда на него подаешь всю дурь, колесо тупо проскальзывает и прокручивается. А на средненькой нормально. Но скользко, резко тормозить не получится. Поэтому только велосипедные дорожки. Очень аккуратно подъезжать к поворотам. Народ-то не ожидает, что кто-то поедет. Народ, конечно, смотрит. Завидует, не иначе. Да, я очень-очень рад, что я сегодня поехал на самокате, а не на мобиле. Неплохо, да? Но очки обязательно по такой погоде, вообще без вариантов.